Друзья, всем привет! Уже несколько лет пользуюсь вот таким вот монтажом для маховой удочки. Состоит он из двух крючков и маленькой кормушки, никаких грузил и чуть-чуть усиленный поплавочек. В отличие от обычного монтажа, где идет груз, подпасок и крючок, вот этот вот работает в разы эффективнее, в чем убедился не только я, но и мои коллеги и друзья по рыбалке. Поэтому сейчас я вам покажу, как по-быстрому можно сделать вот такой вот монтаж. Я думаю, если вы повторите то, что я сейчас делаю, поклевки у вас увеличатся в несколько раз, это факт. Монтаж буду делать вот на вот этом вот удилище. Называется «Тайфун», длина 5 метров. Сперва уберем старую оснасточку и приступим к изготовлению новой. Плавок подойдет, как обычное перо, также вот такой самодельный, так что за основу возьму его. Чем мне он нравится, он практически неубиваемый. Единственное, что я его доработаю, сделал вот такой вот шарик из пенопласта, покрыл его лаком, чтобы когда кормушка была набита кормом, поплавок не тонул, а можно было выставить любую глубину. Еще мне потребуется вот такая вот маленькая кормушечка. Ее можно купить в рыболовном магазине. Продается она для снастей убийца карася. Я вам покажу, как ее легко сделать самому. Для этого потребуется ушная палочка, кусочек проволоки из нержавейки. Также подойдет обычный провод от сварочного аппарата. Заранее сделал вот такую вот деревяшку, грубо говоря, это кусок бруска, в который вбил гвоздь и откусил от него шляпку. Кусок проволоки у меня получился 33 сантиметра. То есть отмеряем где-то примерно половину. Здесь делаем небольшой загибчик, чтобы видно было, докуда мотать. Делаем небольшой загибчик, чтобы можно было захватить плоскогубцами. Так вот загибчик этот сюда ставим, поджимаем. Начинаем наматывать проволоку ровно до середины вот до этого изгибчика. Стараемся это делать все виточек к витку. Такими вот круговыми движениями делаем спиральку. Когда дошли до середины, останавливаемся. С другой стороны делаем точно так же. Вот что у нас получилось. Теперь остается вот здесь вот серединку вот эту вот немного подогнуть. И далее за хвостики растягиваем тело нашей будущей кормушки. Одну и вторую сторону. Ну и вот эти вот лишние хвостики откусываем с одной и с другой стороны. Вот такая вот пружинка должна получиться. Как вы видели, все делается практически за пару минут. Дальше откусываем с ушной палочки ватку, продеваем ее по центру, берем зажигалку, подплавляем один край и приплюскиваем. С другой стороны делаем точно так же. Чуть-чуть подтягиваем пружинку, подплавляем, немного поджимаем. Все, друзья, кормушка готова. Собираем дальше. Для монтажа буду использовать леску 0,23 до 6 кг. В принципе, вы уже можете использовать такую, какую хотите. Беру леску и привязываю к кончику удилища. Вижу, простыми узлами вы также можете использовать свои любимые. Далее отматываем лески ровно на всю длину удилища и ниже оставляем еще примерно сантиметров 30 см. То есть делаем с запасом. После того, как отрезали нужную длину, можно сразу же одеть поплавок. И отодвигаем его чуть-чуть повыше, чтобы он нам не мешался временно. Поплавок убрали, дальше берем, отступаем примерно от края 60 сантиметров, сгибаем вдвойне леску и здесь ее связываем двойным узлом. Не забывайте при этом смачивать. Согнули, сделали петельку, два раза продели, смочили и затягиваем. Такой вот узелок получился. Лишний хвостик откусываем. Обратите внимание, эта снасть идет без дополнительных поводков. Все монтируется на основной леске, так как рыбы иногда попадаются больше 2-3 кг. Если делать тонкие поводки при вывожении такой крупной рыбы, поводки просто сворачиваются потом в спиральке и потом между собой начинают путаться. Вот у нас получилась такая вот надежная петелька. Дальше с любой стороны отступаем приблизительно сантиметров 15, откусываем. У нас уже вот смотрите, один готовый поводок есть. Теперь на более длинный конец лески нужно одеть стопорочек, пододвинуть его на расстояние, чтобы верхний поводок не цеплял кормушку. Дальше одеваем саму кормушечку и снизу цепляем второй стопорок. Не обязательно сдвигать вместе, можно, чтобы был небольшой ход. Ну и остается только теперь привязать крючки. Тут опять же у каждого есть свои любимые узлы, так что показывать я не буду, я вяжу восьмеркой. Не забывайте при этом узлы обязательно смачивать. От нижнего стопорка до края лески отступаем сантиметров 15, больше не надо, лишнее откусываем. Также сюда привязываем второй крючок. Крючки я использовал по китайской квалификации 9 номера. Ну вот и все, друзья, моя любимая снасть для ловли на маховую удочку готова. Как вы убедились, все делается очень просто и легко, главное быстро. Даже без прикормки поплавок встает отлично.
Ну вот этот вот шарик я одел, потому что когда в кормушке будет набита прикормка, он маленько притопится. Плюс еще на крючке оденется наживка. Так что все у меня получилось с первого раза. Ну и в общем вот такой вот довольно-таки простой, но один из самых эффективных монтажей для ловли на маховую удочку я вам сегодня показал. Надеюсь, что для кого-то это видео было полезным. Всем пока и удачи на рыбалке!